Мы продолжаем цикл телепередач «Вместе к победе», интервью с непосредственными участниками специальной военной операции, контрактниками, мобилизованными. Сегодня выпуск особенный. Ровно год назад в России была объявлена частичная мобилизация. Частичная мобилизация проходила, разумеется, и в Ульяновской области. И уже 26 сентября в регионе был сформирован первый полк из военнослужащих по частичной мобилизации. Наш сегодняшний гость Павел Сергеевич Ермаков возглавил это подразделение, будучи сам призванным по частичной мобилизации. В двух словах расскажите, как для вас пришло известие о том, что вы будете призваны по частичной мобилизации, более того, что вы возглавите других мобилизованных? Здравствуйте. Ну, когда началась частичная мобилизация, меня попросили изначально помочь с подготовкой военнослужащих, которые будут призваны по мобилизации. Мы приступили с занятиями с ними, и уже там на третий-четвертый день мне самому пришла повестка о вызове в военкомат. То есть вы не как военнослужащий, как гражданский человек находились с ними в Ташле, я так понимаю, готовили их? Да, проводил занятия с ними. Вот. И после получения повестки, так же, как и все остальные военнослужащие, прибыл в военкомат, и там, изучив мое личное дело, предложили возглавить полк. Соответственно, я, как в прошлом человек военный, воспринял это нормально, тем более я уже понимал, что происходит. Но семье, конечно, это далось намного тяжелее. Вы говорите, что еще до получения повестки несколько дней, 4 дня работали с призванными по частичной мобилизации. Мы были тоже там, и впечатления на самом деле у людей были довольно, ну, они были встревожены, многие из них не знали, куда идти и что делать, и вы превращали их в настоящих солдат. Как это происходило? Ну, превращали в настоящих солдат, это грубо сказано. Мы на том этапе, то непродолжительное время до отправки в зону специальной военной операции, пытались, чтобы они вспомнили, как обращаться с оружием, как стрелять, кому-то улучшить данные навыки, кому-то просто напомнить, как обращаться с оружием, как обращаться с квадрокоптерами и другими вооружением, которое им понадобится там. Напоминали просто основные понятия, которые они знали, но уже с тем учетом, что они уже давно, большинство из них, были гражданскими людьми, немного подзабыли. Мы просто напоминали их. А остальной опыт уже приобретали непосредственно во время участия. Какие настроения были среди мобилизованных вот в эти тяжелые дни сентября до отправки? До отправки люди не понимали, зачем их призвали в основном и что там будет. Многие не до конца верили в происходящее, потому что некоторых изначально еще до мобилизации они думали, что это просто какие-то сборы, некоторые думали, что они сидят в учебном центре и на этом все закончится. Настроения были у кого-то, кто имеет уже какой-то опыт более серьезный, кто не имел опыта, они, соответственно, думали просто, что относились к этому как к игре, к некой. Ну, вам как командиру нужно было объяснить им, что все серьезно, что все по-настоящему? Да, мы начинали это объяснять, но люди, многие, которые с этим не сталкивались, больше это воспринимали как агитацию. Вот. И уже после того, как уже было определено дата убытия, место убытия, люди начали осознавать всю важность происходящего, начали более углубленно вникать в занятия, в те же, которые проводили инструктора, и с большей серьезностью и ответственностью подходить к подготовке к убытию. В вашем подразделении и офицерский состав тоже был весь мобилизованный? Весь 100% полка был мобилизованный, да. Ну, а с другими мобилизованными офицерами как складывались отношения? Они тоже все военные пенсионеры были или кто? Все очень по-разному. Некоторые тоже военные пенсионеры, некоторые закончили училище и уволились, некоторые с военных кафедр, некоторые просто какие-то курсы заканчивали. Все очень разные. Плюс есть те офицеры, которые, например,
мобилизации. Вот. У них одно отношение. Те, которые служили 10-15 лет назад, у них совершенно другое отношение. Но офицер это немножко другое. Он, значит, уже служил. Его в основном, значит, готовили в военном училище, есть военная кафедра в институте. Ну, немножко мировоззрение в любом случае у них другое. О своей подготовке расскажите немного. Насколько знаю, учились тоже в военном училище, всю сознательную жизнь отдали вооруженным силам. Да, я заканчивал Рязанское училище связи, факультет ВДВ, потом служил на различных должностях в воздушно-десантных войсках, потом закончил военную академию связи, командирский факультет, и опять продолжил служить в воздушно-десантных войсках. Вот, пока не уволился, не вышел на пенсию и по настоянию родственников не переехал в Ульяновск. Чем вы занимались в Ульяновске до объявления частичной мобилизации? Я работал финансовым директором ВОО НПО «Аквабиом» и президентом Федерации парашютного спорта Ульяновской области. Это очень серьезные должности. Не жалко было их оставлять? Жалко, не жалко. Родина сказала, мы ответили «Есть». Среди мобилизованных много было людей, ну вот имеющих так же, как вы, серьезные посты, сделавших большую карьеру. Да, очень много было людей, которые имели свой бизнес, очень много людей, которые работали в госструктурах, в том числе бывшие депутаты, госслужащие и так далее. Все наравне. Все наравне, причем что независимо ты мог быть очень, скажем так, влиятельным человеком в гражданской жизни, но если у тебя специальность и воинское звание солдат, там ты уже идешь выполнять работу как солдат. Люди относились сначала тяжело, потом начали понимать это. Но в любом случае, если они в гражданской жизни добились многого, то многие из них и в армии показали, что они способны управлять воинскими коллективами, выполнять задачи, и также уже за этот год, соответственно, пошли по карьерной лестнице вверх. Ночью перед отправкой. Вы ведь уже знали день и час, когда подразделение покинет наш регион, отправится в зону боевых действий. Как вы их провели? Звонили близким, что говорили? Ну, у нас по согласованию с начальником учебного центра, соответственно, было разрешение по посещению родственников в учебном центре. Все смогли пообщаться с родственниками, кого приехали, потому что есть и из дальних районов. Вот. И, соответственно, кто как мог, кто просто отдыхал, кто-то больше посвятил родственникам. Еще раз говорю, что не все до конца понимали, насколько едут и так далее. Поэтому многие это восприняли менее серьезно. Плюс есть люди, которые уже привыкли часто надолго уезжать. Ну, все по-разному. Для вас, как для командира, это был очень тяжелый день. Мне было достаточно, да, очень тяжело. Во-первых, семью не хотелось покидать, а во-вторых, и, соответственно, с людьми, которые вот еще недавно были гражданскими, убывать, ну, всегда тяжело. Когда одно дело, когда ты едешь с людьми, которые готовы, знают, куда едут, ко всему, это одно. Но в любом случае мы успели всех людей подготовить до начала каких-то действий. Как для вашего подразделения боевые действия начались? Как такового вот мгновенного не было такого Но в начала. какой-то момент все равно пришло уже осознание, что теперь вы уже в зоне боевых действий. Да, после того, как мы приехали, нам поставили, нам была задача, мы начали оборудовать себе позиции. И у всех тут возникло все по-разному. Кто-то сразу понял, когда попал, и одел форму и начал готовить себе позиции. Кто-то после первого обстрела понял. У всех сознание приходит по-разному. Ну, обстрелы это большинство людей, которые были сейчас в зоне боевых действий, говорят, что обстрелы в ходе вот этого конфликта гораздо интенсивнее, чем во время всех предыдущих вот вместе взятых. Насколько тяжело было под этими обстрелами, под дронами, насколько тяжело было вам, как командиру, удерживать морально-психологический дух бойцов? Ну, чтобы поддерживать моральный психологический дух, мне помогали, у меня есть
специальные заместители в каждом подразделении есть, которые занимаются именно данным вопросом. Вот. А так люди, когда начинается обстрел, они уже начинают более осознанно готовить себе более надежные укрытия и все остальное. Плюс у людей это только первым может вызывает там шок там какой-то, еще что-то. А уже после этого они начинают понимать, что делать, куда идти, где прятаться, чем занимается каждый военнослужащий. Тяжело было просто им объяснить, что это будет. Вот. А после того, как это совершилось, они уже начинают прислушиваться к военнослужащим, у которых есть боевой опыт. И уже через несколько месяцев их не отличить от профессиональных контрактников, кадровых офицеров? Ну, отличия в любом случае есть. У меня воззрение полностью-то не изменилось, но в любом случае они также уверенно держат в руках оружие, выполняют задачи, которые им ставит командование. То есть в этом плане, да, их не отличить. Сохранялась ли, ну, вот по прошествии там 3-4 месяцев какая-то специфика в том, что вы все-таки управляете именно мобилизованными, а не добровольцами или контрактниками? Да, здесь есть отличие в том, что большинство мобилизованных – это все-таки взрослые люди, это состоявшиеся люди, которыми просто, скажем так, должностью и погонами нельзя заставить что-то делать. Ими надо заслужить авторитет, и ими надо объяснять, что они делают, потому что они уже люди… Состоявшиеся личности. Да, состоявшиеся личности, именно как гражданские, и они не готовы делать просто так. Но в любом случае они уже привыкли и все это понимают. И это тоже особая ответственность для командира и сложность. Как с этим справиться? Да, справиться достаточно просто. Это надо вместе с людьми все это проходить, все это делать. Находиться в том же окопе. Да, но в том же окопе всегда не получится. Людей много, территория большая. Вот. Но ездить, постоянно с ними общаться, по всем их позициям проходить, тогда, да, они видят, что ты ничем не отличаешься от них, что ты не прячешься за них, и это, они уже начинают прислушиваться. Плюс, когда ты им что-то объясняешь, если ты не просто на них там кричишь, заставляешь делать, а ты объясняешь, что вот, если эта позиция, она делается так и так, потому что это так и так им поможет в дальнейшем. Они тогда понимают, что ими не просто их что-то заставляют делать, от нечего делать, а именно им говорят… Как, их жизнь пытаются спасти. Да, и они относятся уже более ответственно к этому. Какие задачи в общих словах выполняло ваше подразделение? Понятно, что конкретики не будет с наименованиями там, пунктов, но в общем, чем вы занимались? Ну, мы занимаемся, в принципе, с самого начала, это оборона. То есть мы подготовили позицию и не допустить прорыва противника. Вся наша задача. То есть подразделение мотострелковое занимается удержанием позиции, да, в данный момент. Наверняка эта задача сильно усложнилась, когда началось контрнаступление. Ну, усложнилась. Она всегда с переменным успехом. Противник когда-то больше, когда-то меньше в тех или иных местах пытается прорваться. Вот. Были моменты, когда очень интенсивные, есть менее интенсивные. Таких прям, что прям в этот день усложнилось и все время тяжело, такого нет. Всегда оно волнами, скажем так. То противник пытается, немножко полегче, потом опять противник пытается, потом немножко полегче все это идет. Ну, вы как боевой кадровый офицер, как можете охарактеризовать вот то наступление, которое ведут украинские силы? Потому что из того, что мы видим по телевизору, нам говорят, что они просто идут, закидывают мясом. В реальности, как человек, который держит оборону, как это выглядит? А на нашем направлении немножко по-другому. У нас таких нету наступлений, это немножко другие направления. Поэтому, как у них там, я не свидетель, говорить за них тоже не хотелось бы. Ну, на вашем направлении? На нашем направлении это больше артиллерия, это больше беспилотники, это больше квадрокоптеры. Вот пока у нас вот такая обстановка.
Ваше подразделение само применяет квадрокоптеры, беспилотники? Да. Насколько сложно было этому обучиться? Ведь когда вы заканчивали военное училище, этого не было, и тактики применения их не было. Тактики не было, да, самих квадрокоптеров не было, но, во-первых, мы уже в Ульяновске, в начале формирования были инструкторы, которые оказывали помощь в обучении по именно использованию квадрокоптеров. Ну и плюс там уже когда появилась реальная необходимость, люди поняли, что это им нужно, они начали активнее осваивать эту систему. На самом деле все, кто работал с гаджетами, они говорят, что им удалось это не настолько сложно. То есть, да, научиться какому-то мастерству, каким-то особым привычкам, это да, это общаются с кадровыми частями, которые давно это все принимают, то их опыт, а простое управление достаточно быстро освоили. А уже именно боевое их применение — это общение вот с соседними частями и подразделениями. С какими частями подразделений вы взаимодействуете? Есть ли среди них ульяновские и другие подразделения? Нет, среди них ульяновских подразделений других нету. Вот. Но это разные подразделения, они все время меняются, как бы никто не стоит на месте. Ну, стараемся со всеми взаимодействовать, как положено. Расскажите о том, как выглядит быт солдата сейчас там, на передовой. Как проходит день у военнослужащих? Военнослужащие все поделены по сменам, то есть кто-то постоянно находится на наблюдательных пунктах, следит за этим, кто-то в отдыхающей смене, кто-то занимается бытом. Все живут у нас, соответственно, в землянках. Это надежнее, безопаснее, ну и ближе к позициям, к своим. Быт они уже научились налаживать, то есть если первых месяц-полтора, там два, они пытались понимать, как это делается, зачем это делается. Вот сейчас они уже это все умеют, все знают и делают это настолько качественно уже для себя, что у некоторых быт заходишь, квартира. Да, не хуже, чем квартира. Ну, то есть, я правильно понимаю, отдыхающая смена в землянках, не отдыхающая смена заступает на дежурство, окопы передавая на сутки? Ну, в зависимости от необходимости. На сутки, конечно, нет, потому что человеку тяжело сутки дежурить. А определенно, в зависимости, где это находится, от обстановки, там, на определенное время, да, и смена идет. Ну, а с теми, кто в отдыхающей смене, еще какие-то занятия проводятся, параллельно обучение? Да, есть по возможности, то есть тоже от обстановки. У нас есть полигоны, где проводим занятия и продолжаем совершенствовать навыки свои. Угу. Расскажите о связи с близкими, как она сейчас организована? Связь, соответственно, большинство используют Wi-Fi роутеры, там спутниковые тарелки, там далеко ставят, но это находится не на позициях, а отходит, когда есть возможность отойти на определенное расстояние от позиции, использовать. Но мобильную связь никто не использует. То есть это либо через интернет-звонки, либо еще как-то. Вот. Плюс связь у нас гарантирована, это посылки от родственников бесплатно доставляются до 10 килограмм, плюс это через, скажем так, регион помогают именные посылки доставлять. То же самое, когда солдату надо какие-нибудь весточку или что-нибудь крупнее отправить домой, все через данные транспортные средства, которые отправляет регион. И плюс люди все равно уже ездят в отпуска, и в отпусках уже общаются, то есть уже это все налажено за год, проблем с этим никаких нет. Про отпуска расскажите подробнее, когда впервые начали отпускать людей, одновременно ли это происходило частями, как это было организовано? Это так, мы начали именно в основные отпуска в конце января, с начала февраля месяца, вот, в зависимости от обстановки, то есть разное количество. Небольшое количество от личного состава постоянно уходило в отпуск. Регион то же самое помогает с автобусами, забирает людей оттуда и привозит, соответственно, сюда. На две недели. У них получается минимум 18 дней, угу. Потому что еще 4 дня мы даем на дорогу.
То есть 2 недели, чтобы они могли здесь полноценно отдохнуть. В каком настроении они возвращаются в зону боевых действий с отпуска? Не хочется ведь, наверное. Кому-то не хочется, кто-то уже привык. Многие даже говорят, что они уже начинают скучать, потому что уже за это время привыкли к своему коллективу, к своим товарищам и той обстановке, тому распорядку дня, который там есть. То есть проблем особых с обратной адаптацией нет. Ну, конечно, не хочется возвращаться, но люди уже это делают с пониманием, уже нет такого, как раньше. Зачем, почему? Все знают, уже все поняли. Все знают, зачем они находятся там, почему они там находятся и для чего они там находятся. Про посылки вы упомянули. Что наиболее, скажут, какие посылки наиболее ценные для подразделений сейчас? Да, я думаю, наиболее ценные для людей – это то, что передают им родственники именно из того, что они любят, какие-то мелочи, может, даже письма. Сейчас как таковых там вещей, имущества, никому ничего не надо, уже жит-быт налажен, все, что им необходимо, дает Министерство обороны, какие-то там личные вещи, мелочи можно самим купить. Это больше самого внимания нужно людям, что их помнят, что их любят, что их ждут. А что-то именно из вещей, это уже отошли от этого, и такого необходимости в этом нету. Оглядываясь назад, все-таки уже прошел целый год с объявления частичной мобилизации. Этот год сильно вас изменил как человека? Ну, со стороны сказать, наверное, было бы виднее. Мне кажется, как бы не особо сильно, так как я все-таки кадровый военный и незадолго до мобилизации был уволен. А изменения в своих людях вы видите? А изменения в людях, да. Чем дольше люди не служили, чем больше у них появилось со службы, вот, тем радикальнее они меняются. Потому что они и понимают, что это такое, становятся более активными, более жизненную активность проявляют, позицию. Вот. Начинают больше интересоваться тем, что происходит в мире, в стране и так далее. То есть не все люди все-таки были, скажем так, при власти и всем этим интересовались. Кто призван был из глубинки, им это в новинку, но сейчас они уже заявляют, что будут теперь всегда занимать активную жизненную позицию, а что у них мировоззрение поменялось, это если касается полностью человека. Ну а то, что они стали уже настоящими военными, это уже бесспорно. Когда эти люди вернутся домой, они будут занимать политические посты, общественные, руководить предприятиями? Ну, когда они вернутся, они, я думаю, сами решат, чем им заниматься. Они все захотят, может быть, занимать какие-то позиции, именно руководящие, но оказывать помощь и все остальное, я думаю, они уже будут, потому что они уже интересуются всеми процессами, которые происходят. Но если им предложат, я думаю, что они будут с готовностью занимать в том числе и руководящие административные должности, потому что у них уже сформировался тот стержень политический, а у них уже взгляд, что правильно, что неправильно. Я думаю, что эти люди будут уже полезны для нашего общества, потому что они имеют свой взгляд, они имеют свои знания, навыки и все остальное. Поэтому, на мой взгляд, было бы полезно таких людей привлекать к каким-то должностям. Усталость накопилась за этот год? Ну, усталость в любом случае есть. Для этого отпуска да и предоставляют, чтобы хоть немножко снимать усталость. Но беседуя с военнослужащими, они все равно понимают, что победа нам нужна, и чем раньше, тем лучше. Поэтому они свою немножко усталость отодвигают назад. Полк готов сражаться до победы? Конечно, у нас вариантов нет. Мы тут для этого туда и пришли. Огромное спасибо. С нами был Павел Сергеевич Ермаков, подполковник.
командующий первым полком мобилизованных из города Ульяновска.